рядах тех, кто приближал победу, были и дети. Они были сынами полков, партизанами, подпольщиками. 20 тысяч школьников получили медаль за оборону Москвы. 15 249 юным ленинградцам была вручена медаль за оборону Ленинграда. За 1418 дней войны было разрушено и сожжено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Взорвано около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Уничтожено то, что было создано трудом нашего народа. Выведены из строя заводы, фабрики, затоплены шахты, истоптаны плодородные нивы. Разрушены 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведения. Война оставила след почти в каждой семье. 27 миллионов своих сыновей и дочерей недосчиталась наша страна. Они не пощадили своих жизней ради победы. Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином! Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, а завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой. Я так давно не видел маму. 4-й год нам нет жилья от этих фрицев. 4-й год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз Россия сможет послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой.